Из нового выпуска программы «Утро в твоем городе» вы узнаете, почему кемеровчане не торопятся страховать свою жизнь. Ну, потому что если что-то случится, то так должно случиться. Кому нужно сдавать международный экзамен по английскому? Мы не занимаемся оценкой, то есть знаний ребенка здесь на месте. Мы все работы отправляем туда. Сколько стоит уверенность в завтрашнем дне? За ОСАГО они платят, грубо говоря, там 4000 рублей, а тут 1000 за защиту своего здоровья, да, и финансовых потерь по восстановлению своего здоровья. Люди заплатить не хотят. А также какие упражнения помогут быстро накачать пресс? И мы сделаем те же самые скручивания, акцентом на косте мышцы живота. Каждый будний день с 7 до 9 встречайте утро с телеканалом «Мой город».